Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Ната. Продолжаем играть Assassin's Creed 2. Перво-наперво хочу сказать, что я прошелся, собрал все сундучки, которые у нас были. А, не смогу показать, не дадут нам, да, карту города посмотреть. Вот, во-вторых, я нашел еще два символа, которых у нас не хватало на этот момент. И разгадку их я прилеплю уже в конце, наверное, этой серии. Так как записывал я их за кадром. И еще момент со страницами кодекса, которые мы находили. Где они в документах? Да. Они у нас пока не расшифрованы. Их, я так понимаю, нужно отнести Леонардо, чтобы расшифровать, но у нас Леонардо пока на карте не светится, я не знаю, как к нему попасть. Видимо, нужно какую-то часть сюжета пройти, чтобы он появился. Так что, как только, так сразу. Угу. Вроде бы все сказал, показал, кажется. Еще у нас куча денег теперь, 33 тысячи, но тратить я их пока не буду. Посмотрим, что там дальше, как будет. Да, может, экипировка новая появится. Да, экипировка может быть появится, там еще что-то. Такс, ну что, поехали по сюжету. Вот он, наш компионе Эцио. Да здравствует Эцио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Вери мертв, и теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаварари. Си паса тутто иль джорно а бере. Путане. А что, правда? Эцио, давай пройдемся. Да, дядя. Нормально такие ценности. Угу. Можно не работать, бухать. Посмотрите виллу и найдите спрятанные страницы кодекса. Пацы работают на некоего испанца. Это Родриго Борджа, один из самых влиятельных людей во всей Европе. Предводитель Ордена Тамплиеров. Значит, именно он виноват в смерти отца и братьев. Да. А при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне все равно придется сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных тамплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацца разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. Ладно, хватит на сегодня о грустном. Если понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Нужно прочитать письмо, которое дал дядя. Ну вот. Так, что там открыть? Мессер Франческо. Я поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой, но лишь отчасти. Да, Вьери дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Кроме того, он имеет привычку обращаться с наемниками как с игрушками. По моим сведениям, из-за этого были искалечены по меньшей мере 3 человека. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что его легко исправить. Он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения. Его выходки — лишь следствие его неуверенности в себе. Я полагаю, что этими своими поступками он хочет добиться внимания. Ему нужна ваша любовь. Распоряжайтесь этими сведениями, как вам будет угодно. Однако я прошу позволения прекратить эту переписку. Если он узнает о содержании наших бесед, моя жизнь будет в опасности. Искренне ваш, Фра Джоконда. Вот бы они все письма зачитывали. Да, прикольно. Так, кодекс, это у нас вот здесь.
Ну-ка. Что надо сделать? Поговорить с ним? Как-то не говорит. Можешь доски подойти? А, стоп, говорит. Знакомо, да? Страницы кодекса. Да. Твой отец нашел и перевел несколько страниц незадолго до... Вот. Тут потрудился не твой отец. Перевод сделал некто другой. Леонардо да Винчи, мой друг. Видишь, как слова переходят с одной страницы на другую? За всем этим что-то скрыто. Какая-то карта. И куда она должна привести? Нам с твоим отцом удалось разобрать на этих страницах отрывки из пророчества. Его записал один ассасин, которому когда-то принадлежала частица Эдема. Его звали Альтаир. Он говорил, что под землей спрятано нечто древнее и могущественное. И что же? Верно. Мы собираем эти страницы именно для того, чтобы разгадать эту загадку. Позволь, я помогу. Пришло время продолжить дело отца. Мое дело. Я начну со страницы, которую забрал у Вьери. Леонардо расшифрует ее. Бенни, возвращайся, когда будет время, и мы повесим ее на стену. Ну вот, в принципе, все стало как надо. Так, места, где находится страница кодекса, та-та-та, это мы, в принципе, уже знаем. Угу. Это точки обзора. Ну давайте. А зачем нам туда? Не знаю, странно. Ну ладно, сейчас залезем. Смотрим. А я думала, все открыто уже. А здесь все открыто. Мы даже, по-моему, залезали сюда как-то, когда пришли первый раз. Так, взаимодействовать. Я даже подсвечиваю их. Найдены. Угу, они на карте теперь. Да. Ну хорошо. Я так понимаю, тебе после этого надо будет к Леонардо идти, да? Думаю, что да. Скорее всего, так и будет. Мы, как обычно, немножко опередили сюжет. Причем, в принципе, нас комментариями подтолкнули к этому. Что именно? Ну, то, что сказали, делайте дополнительные задания. Мы пошли их делать. А оказывается, что, в принципе, кодекс тот же собирать. Можно было бы немножко попозже начать. Ну, то есть, одно другому, в принципе, не мешает. Собрали и собрали. Зато теперь у нас там ничего не нужно собирать. Мы идем по сюжету. Эй, подумайте о тех, кого вы можете поранить. Ой, да ну вас нафиг, кого я могу поранить? Ну, максимум упаду на кого-то сверху. Но даже не пришибу. Я падаю очень мягко. Угу. Да, помню я. Какой-то крадущийся тигр. И еще один кодекс у нас лежит там, под городом. Шатка. Опять другая. Наша в загул ушла. Он нас не любит. Ну вас всех. И обиделась. Да ладно, молодая еще, пусть гуляет. Аспект, аспект.
Последняя, да? Да. Ты специально поменял, да? Да. Зайдите к Клаудии. На лошади по городу нельзя скакать. Чтобы житель не передавить, наверное. Стоп, ремонт. А, ремонт не нужен. Хотел докупить оружие, вот. Венецианский плащ. Мне, правда, молот пока больше всех нравится. И ножей. Расскажите обо мне своим друзьям. А сейчас вы мне скидку не даете. Я про вас ничего не скажу. Барыги. Да. Так, а где у нас Клаудия? На первом или на втором этаже? По-моему, на втором. Нет, смотри. На первом? Вот она. Финансовый отчет. Привет, Клаудия. Наш дядя просто козел. Это возмутительно. Что случилось? Он заставляет меня работать. Если бы отец был жив, он бы этого не допустил. На каких же условиях дядя тебя, так сказать, поработил? Поскольку кто-то захотел, чтобы мы остались здесь, Марио решил, что мы должны найти деньги на ремонт виллы. Беда в том, что денег нет. Я могу добыть немного денег. А, отлично. Значит, меня ждет еще больше работы. Бениссимо. Когда ты начнешь восстанавливать город, я буду делать записи обо всех работах и платежах. И еще обо всем, что ты принесешь в дом. Мне все равно нечего делать. А что жалуется тогда? Если ты приведешь этот город в порядок, здесь начнут останавливаться путники. Но кто поедет в такую глушь? А уж если поедет, то заработанное золото я буду складывать в этот сундук. Ты должен лично брать его и передавать в банк, иначе сундук наполнится, и я не смогу класть туда деньги и заберу их себе. Понятно? По рукам. Прикольные условия. Так, ой. И это мы торговца называли барыгой? Стоимость, доходы в сундуке. То есть нам нужно развивать замок? Угу. Город. 1% у нас сейчас. Лавки. Общая стоимость 1250. Угу. А у тебя есть? Нет, это не покупка, я так понимаю. Собрать деньги. Ого. А, подожди. Каждые 20 минут. Угу. Вместимость всего 1091. Нужно убирать периодически. Хорошо. А дальше? Ну, окей. Приходите, сундук, я приходите сюда регулярно. Насколько сундук регулярно? Вот а ты кто? Архитектор. Бонжорно. Что-то не так? Марио нанял меня навести здесь порядок. Но я архитектор, а не чудотворец. Чтобы отремонтировать эти здания, нужны деньги. А если кто-нибудь даст тебе денег? Тогда я берусь за дело. Ты должно быть Эдсо. Я прав? Дядя, мне нравится этот архитектор. Он становится очень внимательным, когда чует деньги. Как же мне работать без денег? Вот мои расчеты стоимости. Приноси деньги, говори, что нужно сделать, и я тут же примусь за работу. Если я построю лавку, то ты, как землевладелец, сможешь покупать в ней товары со скидкой. Вложишь больше денег, больше будет и скидка. Что же касается ремонта зданий, о, ты вдохнешь новую жизнь в город и виллу. Марио говорит, что это очень много значило для твоего прапрадеда.
После постройки лавок и ремонта в город станет приезжать больше людей. И твои доходы увеличатся. Итак, посмотрим на мои проекты. Ну-ка, давай посмотрим. А. Так. Торговец картинами. Этот торговец продает картины. Обновив лавку, вы увеличите стоимость города. Угу. Банк. Понятно. А, кузнец. Врач. Портной. Бордель. А башня тоже бордель? Или нет? Или туда передвигается? Получается... Я не знаю, короче, ладно. Шахты. Угу. Церковь. Казармы. Гильдия воров. Колодец. Ну, что? Давай начнем по порядку, в принципе. Первый уровень. А банк что дает? Торговец картинами пусть будет. Банк дает... Просто стоимость города увеличивает. Угу. Возможно, там как-то тоже что-то будет улучшаться внутри, не знаю. Врач, кузнец, портной... Кузнец, врач у нас есть по первому уровню. Пока не буду на них деньги тратить. Портной пусть будет. Ну вот, зарабатывал. Бордель, шахты, церковь, казарма. На все, по идее, хватит, да? Я думаю. Ну, давай, наверное. Все купим. О, прикольно. Насколько я понимаю, все мгновенно будет доступно. Никакой шкалы я не вижу. Строительство. Даже еще останется немножко. Угу. А что останется, потратим на... Одежду? Нет. Так... Докупим, наверное. К кому ты чаще обращаешься? Можно к врачу? Ты же лечишься регулярно? Да, да, да. Ну вот давай действительно врача тогда еще разочек улучшим. Можно еще кого-нибудь? Сколько у нас? 5000 остается. 2500, 7, 5. А, без разницы получается. Ну, давай, наверное, портного, потому что он дешевле всех. Угу. И как раз немножко останется на карманные расходы. Ну, все тогда. Угу. Bon viaggio! Так каждый раз надо будет сюда приходить? Да, видимо. Плюс 43 тысячи. А забирать не надо? Не, ну рано, по идее. А то вдруг там уже пол сундука денег. А как забирать? С ней говорите. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? 30%. Угу. Ого, 4500. Каждые 20 минут. Прикольно, не зря обложились, я так смотрю. А престо, Эцио. Да, тебе спасибо. Работай. И злобный смех. Надо было. А что там? Что-то я пропустил, не прочитал. Эцио, мальчик мой, пришло время кое-что показать тебе. Ну, покажи. Секретная база ассасинов? Угу. Ого. Это святилище.
Мой прадед построил его, чтобы хранить тайны Ордена Ассасинов. Посмотри вокруг. Это ассасины, которые защищали человечество, когда ему угрожала опасность. А это доспехи Альтаира. Мы мало знаем о его жизни, но его броня очень легкая и прочная. Я бы отдал ее тебе, но не знаю, как ее достать. Прадед говорил, что доспехи останутся под замком, пока не станут целыми все их защитники. Ходят слухи о том, что эти шестеро были похоронены в гробницах, полных сокровищ в разных частях Италии. Возможно, они как-то связаны с этой загадкой. В дни моей юности я сам их искал, но безуспешно. Может, тебе повезет больше, чем мне? Хочу. Тебе нужно добыть эту броню, чтобы полностью синхронизироваться с Эцио. На 6 замков. Так. Сюда, я так понимаю, как раз надо будет ключики ставить, да? Угу. Вэй Ю. А ну-ка, смотреть. Угу. Понятно. Чего-то не хватает. Ну, нам их покажут, видимо, когда ты будешь ключи ставить. Всех покажут. Эх, ладно, понятно. Расшифрованные страницы кодекса здесь хранятся. 7 из 30 страниц. Вращать? А зачем я их могу вращать? О, понятно. Я думаю, пока еще рано. Двигать я их, похоже, не могу. Да, пока абсолютно рано. Окей. Можно читать. Текста нет, просто изображение. Так. Изображение. Это вот как раз нам Леонардо расшифровывал. Угу. Тоже изображение. Они тут все, что ли, изображения? Угу. Последнее. Это не та барышня, которая... Мария, кажется. Я не помню, как ее зовут, но... Очень похоже. Сабле, которая заменяла там. Да. Очень интересно. А что она здесь делает? Окей, я думаю, все узнаем. Не надо спойлерить. А, ты про это? Про то, что сейчас сердобольные начнут сразу посвящать да, нас? Да. Да, не надо. Я и так уже жалею несколько раз, что комментарии читаю. Но приходится. Приходится. Так, а что нам? Куда нам? Я что-то не уловил. Все, мы отправляемся во Флоренцию. Искать.
Не пойму я что-то. Где маркер-то? Может, тебе сокровища найти надо? А, вон, странно. Указывает, квест есть, но... Ну, вроде бы на Флоренции маркер. А на большой карте почему-то не отображается. Подходи, не стесняйся. У меня есть... Тут есть точка мгновенного перемещения. В принципе, я думаю, мы воспользуемся услугами. А я фиг знает, куда нам. О, мастер Леонардо. Вот к нему-то нам и надо. Так, ну-ка, посмотрим карту. Нам Флоренцию... Да, нам Флоренцию еще немножко открыли. Угу, кусочек. Угу. Начало фрагмента — это квест. Так, хорошо, давай зайдем к Леонардо. Эцио, ты еще жив? Ну надо же! Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Но вижу я, ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Для тебя все, что угодно. Ага, ты нашел еще одну? Невероятно! С этой будет нелегко. Тут воспользовались древними языками. Умно. Может, если я... Похоже, это своего рода руководство для убийц. Я взгляну. Постой, что это? На этот раз это не чертеж, а просто несколько рисунков. Как же в этом разобраться? Ха-ха, ну конечно, почему бы и нет? Вот это мысль. Можешь его сделать, пока я осваиваю приемы из этого руководства? Забирай, я прикажу помощнику поставить несколько манекенов, чтобы ты мог потренироваться. Эй, Винченцо! О чем они вообще только что говорили? Видимо, только они могут понимать друг друга. Я возьму это, а ты попробуй вот это. А я потренируюсь там, пока ты делаешь что. Я только поняла из всего этого, там будут манекены, где ты можешь потренироваться. Новых техник. 10 страниц кодекса расшифровано. Спрятанный клинок улучшен. 2 квадратика здоровья дали. Два квадратика. 2 квадратиков. 3 техники убийства опробовать. Так, что? Залезь внутрь. Оп. Вот это классно. Они бы еще к Сену подходили, когда нужно, да? Да. Все. И отворачивались, когда ты кого-нибудь утаскиваешь. Угу. Убийство в полете. Шикарно. Какие манекены у них натуральные. Даже кровь хлыщет. Да? Да. Не обратил внимания. Ну вот сейчас, смотри. Прямо сейчас нажать? Ну-ка. Ну, где ты мне? Ты мне обещал крови. Ну, там была кровь же. Да? Да. Вот смотри сейчас. Вот этого красиво сверху. А, видишь? Ну да. Он еще и ногами очень натурально дергает.
Ну, это, я думаю, тех, которых стаскивают ему. Да ладно, ну придумывала. Да сам такого уже тащил. Я прям так вот вижу, как Да Винчи по ночам ходит, стражников вырезает, стаскивает себе для опытов. Иди сюда, посмотри. Возьми ее, испытай. Спасибо, Леонардо. Non c'è de che. А чем ты тренировался? Мне нужно кое с кем повидаться, пока я здесь. Но я не могу сделать это на публике. Ты не знаешь, как бы мне... La Volpe. Лис? Каписко. Не знаешь, где здесь водятся лисы? Возможно, недалеко от Меркато, где живут воры. Статенто, амико. Угу. Ну, что-то вроде бы понятно. А что он нам в итоге сделал-то, я не понял. Я так поняла, он вроде как улучшал твое оружие. Да, я тоже так понял. Вы научились убивать в полете. Из засады? Ну, короче, ты их там убивал. Второй спрятанный клинок. Теперь вы можете участвовать в гонках. Я и так уже это... много чего сделала. Что у нас тут получается? Так. А, вот дополнительное задание вижу. Окей. А, армированный щиток позволяет отражать удары с помощью спрятанного клинка. Вот. Видимо, это он сделал. Двойным клинком можно убить двух врагов одновременно. Ха. Еще что? Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в тело. Все, хватит. Ну ладно. Что-нибудь новое появилось? Ага, наручи. Покупаю. Оружево. Ой, оружево. Вот, сеньор. Расскажите обо мне друзьям. Не расскажу. Чтобы вы конкуренцию мне не устраивали. Так, ну что ж, я думаю, что мы на этом тогда и закончим серию. Серия получилась, конечно, такая больше информационная, но было интересно. Надеемся, и вам было интересно. Оставайтесь с нами. Увидимся. Всем пока. Всем пока.
утратив жезл, царь лишился власти и больше не мог повелевать своими подданными. Революция! Революция!